линия. Зрение человека по своей природе точечно линейно, и все языки мира линейны. Глаза могут прочитать только одну строку, одну единственную дорожку информации. На нотном стане в традиционной подаче таких дорожек 22. Глаза человека физиологически не готовы читать несколько строчек музыкального текста. Нашлось решение, когда развернули нотный стан ключами вверх. Появилась одна дорожка информации – желтая фокусная линия, на которой сосредоточена вся информация о том, какие ноты нужно сыграть и как долго их нужно держать на клавишах.